Партийный проект «Реальные дела», старт которому был дан политической партии «Единая Россия» в июне 2015 года, призван к выполнению наказов избирателей, решению насущных проблем жителей больших и малых населенных пунктов. Единый день реальных дел, который прошел во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан, это наш общий праздник, народный праздник. Ведь именно инициатива населения является основой проекта «Реальные дела». Именно народ определяет, какие объекты на сегодняшний день требуют ремонта и улучшения. И люди приходят, обращаются, можно ли вот улучшить там где-то дорожки пешеходные, можно ли улучшить освещение, можно ли построить детскую площадку. Важно, что люди сами привлечены к изменению ситуации в своих населенных пунктах. На сходах граждан депутаты Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан из многочисленных предложений и запросов жителей отбирают для дальнейшей реализации наиболее актуальные и важные. И сегодня мы радуемся результатам. На данный момент мы реализуем строимое социальное жилье, жилье эконом-класса в более чем 50 районах, регионах, муниципальных образованиях нашей республики. И в городе Нефтекамск мы тоже строим социальное жилье, тоже реализуем социальные жилищные программы совместно с партией «Единой России» по программе «Жилье для российской семьи». Данная программа входит в список реальных дел партии «Единой России», и мы реализуем данную программу в городе Нефтекамск. Основная особенность данной программы в том, что приобрести квартиру могут не только нуждающиеся, да, в улучшении жилищных условий, но также иные категории граждан, которые, скажем так, социально ориентированы для нашего правительства и, в частности, для партии «Единая Россия». Благодаря этому проекту в нашем городе родилось множество и других действительно реальных дел. В ходе осуществления проекта, благодаря поддержке депутатов Совета городского округа, были выполнены работы на общую сумму более 130 миллионов рублей. Это строительство и обустройство социально значимых объектов, благоустройство по линии ЖКХ и многого другого. На едином дне реальных дел были озвучены и подведены итоги работ по выполнению наказов избирателей. Действительно, все познается в сравнении. Сегодня, если сравнивать даже с рядом городами, я уже не беру соседние области, Пермский край, других, Оренбургская область, нашей республики сегодня развитие есть. А наш город, по сравнению с другими городами нашей республики, мы идем на передовых позициях. Хорошие темпы развития города были отмечены и главой региона, который посетил с рабочей поездкой Нефтекамск в его 53-й день рождения. Рустем Закиевич Хамитов дал высокую оценку социально-экономическому развитию нашего города. И в этом, безусловно, неоценимый вклад и заслуга партийного проекта «Реальные дела». И в рамках единого дня реальных дел были вручены благодарственные письма всем руководителям предприятий и организаций, принявших самое активное участие в осуществлении желаний и просьб граждан, реализации партийных проектов и оказавших спонсорскую помощь в проведении Дня города. Спасибо. Я говорю, о каждом могу сказать. Проблема стала, надо было срочно асфальтом покрыть территорию. Мы в этом году проводили общегородской бал, надо было территорию асфальтом покрывать. Тут же помогли, тут же решили, нет катков, нету асфальта, мы все равно решили. Спасибо. Они замечательные. Германская грязь. Юрий Борисович, сразу тут. Поселки и энергетики, у них свое министерство культуры, у них свое все. Благодаря вот этой организации, этим руководителям они живут. Спасибо большое.